Администрация Одинцовского округа напоминает, что с 25 апреля 2022 года постановлением губернатора Московской области на территории региона установлен особый противопожарный режим. В настоящее время в лесах Подмосковья высокий 4-й класс пожарной опасности. Причина большинства пожаров – человеческий фактор. Случайно или по неосторожности от искр костра или незатушенного до конца окурка может начаться пожар. Огонь угрожает прекрасным лесам и целым населенным пунктам. Соблюдайте правила пожарной безопасности и по возможности временно воздержитесь от посещения лесов.